Всем привет, друзья! Сегодня мы начинаем наш день с обеда, представляете? Свежие помидорчики с огурчиками, сейчас мы их порежем в салатик. На обед у нас сегодня макарошки с мяском. Дима вот так любит, вот чтобы фарш был. Называются они еще макарошки по-флотски. Дим, ты же любишь такие? Да. Ну все, тогда накладываем. Сегодня мы будем кушать на балконе. Привет! Привет! Ой! Ой, ложка улетела! Ложка улетела! Ну что это такое, да? Всем приятного аппетита, ребятки! Спасибо! Димочка покушал и разыгрался очень хорошо в Лего. Собирает что-то из кубиков. Ну что, наконец-то мы приехали. А куда мы? Ну, не знаю, пойдем сейчас в торговый центр сходим. Нам питание детское нужно купить. Там, может быть, соки попить, купим. И зайдем сейчас. У меня есть сок. Да, ну, пускай он здесь остается. А мы сейчас с тобой еще, знаешь, зайдем в магазин игрушек. Как тебе на улице? Жара? Жара. Жара на улице. Такой сегодня прекрасный солнечный денек. Ищем магазин игрушек. Мы здесь были разве? Что-то я не помню. Вот же он. Дим, похвастайся покупкой. Что ты выбрал? Яйца, что ли? С машинками? О, и папа к нам присоединился. Привет. Поехали. Ну что, побежали? Мы так долго, оказывается, куда ходили. Мы едем на съемку, Дим. Сейчас папину группу, в которой он на гитаре играет, будут снимать наше местное телевидение. Представляешь, как круто? Ой, жажда замучила. Потому что долго мы ходили. Даже не заметили, как папа уж за нами вернулся. Представляешь? Мы бы, наверное, еще ходили дольше. Какая-то зеленая машина, слушай. Интересная. Змея. Да? Вау, крокодильчик, Дим. Супер, у тебя две зеленые машинки получились. Мы подъезжаем к репетиционной базе, где у нас репетирует папа со своей командой в гаражах, представляете? Звукоизолированный гараж, чтобы их никто не слышал, потому что они играют тяжелый рок. Пока ждем папу, Дима и решил в игрушку поиграть на телефоне. Инструменты тяжеленные. Разбуйся. А тут что? Это вот здесь барабанщик сидит. Пошли посмотрим еще. Вот здесь гитаристы вот обычно играют. Вот здесь гитарист подключается, играет один. И вот здесь второй. Давай ручонку. Смотри, надо ролики вот эти, да, вниз опустить все вот эти, беленькие, опускай вниз. Опускай. Вот, и еще один. Круто. Это игра прям. Ну, супер. Начинающий звукарь. Да. Все, молодец. Молодец, помог. В Бродвее едем, ура, да. Очень вкусные. Что, хочешь? Роллы хочешь? Какую пиццу выбрать? Такое разнообразие пицц. Ух ты, какой кокон, привет! Привет! Ты катаешься, что ли, да? Да. Папа решил в тенечке посидеть. Лимонад, ура! Со льдом! Ничего себе! Дим, ты потихонечку пей, хорошо?
Привет, у мамы релакс. Димчик, роллы твои принесли, любимые, Филадельфия. Приятно вообще. Дима имбирь не любит. Дим, ты в расслабухе? Не достаешь, да? Кресло слишком большое для тебя. Ну что, покушать надо встать. По-другому не получится. Смотрите, какая шикарная пицца. 4 сезона называется. С разными начинками. А я люблю грибную. Вот и ешь грибную. Вот и буду. Поэтому мы и заказали пиццу 4 сезона, чтобы всем угодить. Смотрите, как быстро мы опустошили доску с пиццей. Ну, энергии сколько у Димы появилось сразу. Как же мы поднимали? А мы да? Через другой вход заходили просто. Так, пошлите вон ларек с мороженым, пойдем. О, класс! Разбирай. Смотри, у меня черный. Вау, классно! Дима себе решил забрать синюю вафлю, а мне достался вот такой футбольный мяч. А мне вот достался. Черная, правда! Ничего себе! Смотри, от нее руки какие черные. Ну попробуй, пап. Есть, папа, можно хоть? Мне, а у меня листик. Мам... Да. И правда, у Димы прям синий-синий стаканчик и пломбир даже синего цвета. А я буду свой футбольный мячик кушать. Смотрите, какой классный. На картинке он лучше выглядит. Наоборот, на мороженке лучше. Почему-то у папы больше всего покрасилось. Язык прям черный. Ну-ка покажи. Прям черный. Покажи, пап. Ну все, друзья, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.